Привет, прогрессивный народ. Сейчас правду вам расскажу. Потому что я только правду рассказываю. Я не первый канал, ни России, ни НТВ, ни СМИ, все лживые, которые в России. И смысла мне нет обманывать. Ну, может, только я заблуждаться в чем-то могу. Это сельдь в масле, производитель. Так, мелко написано. Калининградская область, город Советск, улица Маяковского, дом 3Б. Вичунай, Русь. 500 грамм, а на самом деле рыбы там 320. Но они пишут, как видите, написано 320 грамм. Давайте взвесим. Стоит совсем недешево, 230 рублей. Если на вес рыбы умножить 300 грамм, то получается 600. 700 рублей. За такой можно и лосось купить. Тут, как видите, было подешевле. Сейчас взвесим. Я уже взвесил 310 грамм. Обманули на 10 грамм. Как видите, 307 грамм, ну, скажем, там на 10 грамм меньше, на 13, сейчас вот на 12 грамм. Почему все время меньше получается, когда покупаешь? Ну, потому что покупатель никто, и никто его не будет защищать в бандитской стране, которая Россия является бандитской страной. Но главное, я вам показал, дальше уж вы будете делать революцию. Другого выхода нет. Ну, конечно, дорого даже так с этой ценой. 120 на 3, 360. По-моему, очень дорого. 400 рублей. Лосось еще полгода назад стоил 500. Всем пока.